Всем привет! У нас спали морозы, и мы с собакой выбрались в лес. Правда, что-то людно сегодня. Сейчас подальше отойду, спущу ее с поводка. И тема этого видео – почему, точнее, как быть, если Амстаф дерется с другими собаками. Потому что у некоторых такое может быть. И вот эту тему я... Вон там тоже гуляют с собаками. В общем, эту тему я хочу пообсуждать. Стой. Дай спущу, тоже неудобно гулять. Гуляй. Ну и в общем, с чего хочу начать, то что часто можно там увидеть либо в чьих-то видеороликах, либо просто от кого-то услышать, что все зависит от воспитания. Ну то есть что воспитаешь из собаки, то и вырастет. Но не всегда это так, потому что вот по своей собаке сужу. Она сама по себе не дрочливая, то есть она не ищет конфликтов, они ей не нужны. И поэтому с такой собакой ее легче там команды остановить, вообще как-то воздействовать на нее. Но есть другие собаки, которые наоборот, они прям реально, у них такая жажда к драке, ко всяким склокам, потасовкам, то такую собаку уже тяжело просто там так отучить. То есть уже требуется более такие, скажем, серьезные затраты. В плане энергии и сил. И вообще, как быть? Вот к чему это все рассказываю. То, что одних собак, они сами по себе не склонны к дракам, а одни склонны. И это, в принципе, является тем, будешь ли ты спокойно гулять со своей собакой там в компании других собачников и других собак, или же нет. Вот и все. То есть в некоторых случаях проще просто, ну, если собака дрочлива, избегать встречных других собак, вот и все. Либо там водить в намордники. Потому что если сама по себе собака от природы любит драться, то все равно рано или поздно, даже если с какой-то собакой там она более-менее адекватна будет, то все равно с какой-нибудь встречной собакой будет замес. Вот я такого мнения. Так что еще от собаки многое зависит, не только дрессировка тоже там играет роль. Просто вот некоторых послушаешь, друзья, у некоторых просто все дело в дрессировке. Но это не так, от собаки тоже многое зависит. Там, если ей дано, там, скажем, охранять от природы, то она и будет охранять. Если не дано, то она и не будет. Поэтому дрессируй, не дрессируй. Но что-то собака как-то бегает так, как будто бы прохладно. Ну, мы просто выбрались в лес, мы сидели там несколько дней дома из-за мороза. Вообще гулять нереально было, и сейчас пройтись надо. Вообще, по идее, все. Вот сегодня переломный момент, и сегодня наступает весна. Но если верить прогнозу погоды, то есть холодов уже не будет, только плюсовая дальше. Так что, в принципе-то, буду заканчивать. На этом все. Всем пока.